Поздравляю с победой. Спасибо. Спасибо. Спасибо, вас тоже с победой. Ну, эмоции положительные. У нас еще впереди будет ответная игра, так что мы не расслабляемся. С сегодняшнего дня, можно сказать, уже готовимся к Белшине. Как оценишь игру команды сегодня? Есть главный тренер, есть болельщики, пускай они оценивают. Тогда свою игру. Тоже не в компетенциях. Ты забил сегодня своей бывшей команде. А такими эмоциями? Ну, забил. Всегда приятно забивать, неважно кому. Так что забил. Хорошо, что помог команде, выиграли 2-0. А кому забил, неважно. Что скажешь о сопернике? Ожидали такую игру от Витебска? Хорошая команда с хорошим тренерским штабом. Все, что могу сказать. Кирилл, в прошлый матч проиграли Славе. Как в эмоциональном, в психологическом плане вот это поражение повлияло на команду? Ну да, то, что проиграли, хотели реабилитироваться перед собой, перед болельщиками. Хорошо, что получилось. Выиграли. Настроение в раздевалке после матча? Ну, понятно, что расстроены были, но и тренерский штаб, и все нас поддерживали, говорили, что это, ну, как осечка. То есть думаем о следующей игре только с позитивными эмоциями. Спасибо.